часто задаваемый вопрос, почему ты не сделал операцию в России, ой, в Америке. Сейчас я вам объясню. У меня был вариант либо сделать за 3000 долларов у нас в городе, в Ирвайне, либо же убить двух зайцев и купить на эти 3000 билет в России, который мне обошелся, 1570, и сделать операцию заодно. А кто там скажет, вот, вы же срали русскую медицину, так и сяк, вот, а сейчас ты поехала делать. Ребят, я в основном рассказывала истории из жизни моей мамы, моей подруги, там, какая бесплатная медицина именно у нас, здесь рядом. И, типа, я имею на это право, да, я гражданин этой страны, и я могу так же рассуждать, как вы. И я никогда не срала, что в России медицина говно, а тут лучше, тут хуже. Здесь плюсы, здесь минусы.